Всем привет, это ТипТоп ТВ, я Марина, и вы снова со мной, а я с вами. Пришли три огромных посылки, ну не огромных, так средних посылки с сайта GearBest, это магазин китайский в интернете. Кстати говоря, из него мне уже приходила посылка с домашним кухонным комбайном для теста. И если вам интересно посмотреть вместе со мной, что внутри этих коробок, то оставайтесь, не переключайтесь еще как минимум 10 минут. Немножко помялась внутренняя коробочка, но обратите внимание, как хорошо все запаковано. Все товары приходят вот в таких жестких коробках. Некоторые еще сверху даже упакованы в полиэтиленовый пакет. Посылки шли около 2,5-3 недель. В принципе, это нормально. Ключница. Вот, упаковка примялась. Но дело же не в упаковке. Смотрите, с обратной стороны есть отверстие для саморезов, вот, чтобы можно было на стену прикрепить. И еще на двухстороннем скотче вариант крепления. Это брелки для ключей в виде птичек, которые будут жить теперь в этом домике. Когда вы приходите домой, просто вставляете птичку в скворечник. И еще, что интересно, вот эта каждая птичка, она является еще и свистком. То есть в целях безопасности, если вдруг что на улице случится, всегда можно свистеть свисток. Здесь у меня набор керамических ножей и овощечистка. Вот, разных видов. Черные с белым. Вот, черная ручка, белое само лезвие. Так, ножи сюда идут уже без чехлов, естественно. Сейчас посмотрим, как это все смотрится. Это второй вариант, это первый. Вот самый-самый маленький, наверное, нарезать фрукты. У каждого ножа индивидуальный чехол. И плюс еще подставка. Тоже удобно. Так, и последний. Всего получается 4 ножа. Самый большой вот такой, удобно шинковать. Вот. И вот они как веером, посмотрите, как красиво, можно их вот, раскрыть веер. Удобно пользоваться. Ой, кстати говоря, очень острая, даже чуть не порезалась. Овощечистка. Здесь для пальца антискользящая такая поверхность. Вторая коробка, открываем. Здесь у меня пришли пледы, но пледы необычные, а модные сейчас. Такие модели в виде хвоста русалки. Вот, один поменьше, это для подростка, для ребенка. Такой размер, вот видите, какая вязка. Посмотрите, какой хвост красивый, как настоящий плавник хвостовой. Вот, то есть это такой плед, который вы надеваете на ноги, допустим, хотите полежать на диване, посмотреть телевизор или почитать интересную книжку, и чтобы зимой ноги не мерзли. Вот. И есть большой для взрослых. Вот он какой огромный. Он уже немножко по-другому скроен. И смотрите тоже, какой хвостовой плавничок, как у русалки. Вот. Все как на фотографии. И последняя коробка. Здесь у меня находится, оказывается, миксер. И посмотрим сейчас на качество. Какой маленький, я уже вижу, хорошенький. Во-первых, он будет занимать мало места. Посмотрите, как маленький утюжок. Здесь 7 скоростей. Подставочка. Есть сепаратор для яиц, отделять желтки от белков. Чаша здесь идет в комплекте металлическая, вот, из нержавейки. Две насадки для теста и две насадки венчики для взбивания. Давайте посмотрим, вообще работает он или нет. Провод, конечно, коротковат. Миксер крепится с помощью кнопки к этой ножке. Вот, включаем. Да, и обратите внимание, что он все-таки миниатюрный, он необычного размера, видите, по сравнению с моей рукой, он очень-очень миниатюрный.
чтобы снять, нажимаем на кнопку, и миксер снимается. Вынимаем насадки и можем таким же образом поставить насадки для теста. Вот такая сегодня у меня распаковка. Больше всего мне понравились пледы в виде хвоста русалки, а также ключница и, конечно же, ножи по качеству. Очень острые, даже страшно представить, как ими резать и не порезаться. Ну а если эта распаковка была вам полезна или интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Конечно же, все ссылки на эти товары и вообще на сайт GearBest я вам оставлю внизу в комментариях в описании к этому видео. Пройдите, возможно, что-то вас там и заинтересует. Если не эти товары, так другие. Ну а я желаю вам только полезных покупок. Всем пока и оставайтесь со мной.